Всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Дарвин, и сегодня мы поиграем в игру Star Wars The Force Unleashed. Итак, думаю, давайте начнем сразу в новой игре. Так, есть. Давайте начнем новую, как бы. Ход. Так, давайте Star Wars, то есть чистую компанию, выберем Воин Ситх. Давайте ученик. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Failures, Commander. I am here on a mission of my own. Итак, дорогие друзья, мы прилетели на планету Вуки, чтобы отыскать последнего джедая, ну и добить его, получается. Так, ну давайте посмотрим окружающий мир. В принципе, довольно огромный и, ну, не особо хорошо прорисован, но это не суть. Так, давайте посмотрим нашего Дарта Вейдера, он же Энакин, мать его, Скайуокер. Так, меч, отлично. А давайте ради развлечения запустим одного из наших мудаков в Вуки. Ой, чуть-чуть не получилось, но ладно, давай. Так. О, чтобы разбомбить стенку. Использовать силу магии. Так, ну, стенку мы разбомбили, дальше. Давай. Ну. Остался лишь один вид Вуки, и давайте его, я думаю, лазерным мечом попробуем порешить. А, кстати, в этой игре очень ужасная физика меча. А тот, кто играл в игру, не помню, если честно, какого много года, по-моему, 2003-го, называлась она Jedi Академия. Там меч, как бы, действия меча были настолько охерительно прорисованы, что
пройдя мимо какой-нибудь стенки и проведя по нему лазерным мечом, оставались следы. А здесь, даже когда при ударах, в принципе, не остаются эти следы. Так, одного мы выкинули, давайте из вот этого туда же куда-нибудь. Так, запустим в них деревяшки какие-то. Так, мы умеем прыгать, отлично. Так, это, не знаю, а как можно кинуть меч? Ни хрена не понятно. Ну ладно, давайте просто. Ну вот видите, да, то есть при таких каких-то вот именно четких ударов по, мать его, камню, и то какие-то странные полосы остаются от этого дела. Так, еще один Вуки. Шел отсюда. Наш Дарт Вейдер бегать не может, поскольку он настолько охерителен, что ему даже, в принципе, вообще насрать, что тут Вуки, можно пройти мимо, никто тебе даже слова не скажет. Видите, даже Вуки нас не стал трогать. Ладно, не будем и мы его трогать, а пойдем дальше. Давайте, наверное, прыжками, так будет быстрее, чтобы попасть в саму зону боевых действий. Так, ну возьмем камешек, я думаю. Блин, тупое управление. Мать её, силой, давай. Отлично. Так, это самые большие тут руки. У нас тоже, блин. Оба. Куда ж ты, куда? Пошел отсюда. Отдыхай. Еще один руки. Ну, воздух. А этого мы просто откинем. А история этой игры разворачивается в моментах после третьей части фильма, когда наш Энакин переходит на сторону, на темную сторону и становится Дартом Вейдером. И в принципе все. И пытается добить всех остальных джедаев, которые... Нихера. Которые успели сбежать и остаться в живых. Да иди ж ты отсюда, а? Отлично. Как его закидало. Ладно, идем дальше. Давайте в прыжке. Так, большие вуки. Но нас они не особо как-то напрягают, поскольку у нас безграничная сила. И мы можем все. Так, ну давай уже. И тебя, конечно, за борт. Дальше. Так, здесь стенка. Я думаю, ее нужно разрушить с помощью супермативого удара. Да, так и есть. Так, жалко, конечно, что у нас Дарт Вейдер все-таки не бегает, поскольку он довольно-таки медленно идет. И это начинает уже бесить. На, Вуки. Так, нужно его взять и нажать на Q. По-моему, должен задушить. Он зацепился за него. Так, давайте это порежем мечом. Для разнообразия. Видите, даже тут у них не отваливаются ни руки, ни голова. То есть расчлененки здесь... Она, по-моему, здесь есть, но используется довольно-таки редко. Так, мы уже подошли ближе к точке, вот той желтенькой, на карте которая. Так, мы ударили об стенку, это тормоз какой-то. Этому попец подрежем. Так, ну все, теперь нас поднимают наверх. Давай. Ну. Так, вот он выход, отлично. Давай, шевели булками, Дарт Вейдер, мать тебя. Об стенку. Об другого. Об пол. Этого мы порежем. Ну, в принципе, мы всех порежем. Вернее, закидали каким-то хламом. Так, ну у нас есть еще сила толкания. Раскидаемся. Давайте.
этого, а этого мы ножиком. Заточкой нашей, заточкой. Так, мост обваливается, давайте быстрее. Так, здесь... Нет, не обвалился, так что идем посюда. А нет, нам какой-то мудак его поломал. А, кстати, один из наших истребителей врезался в мост и не дал нам пройти потуда. Хер ли ты в меня целишься? Лети отсюда. А ты куда прилетел, а? Иди отсюда. А ты в воздух. Вернее, в палатку. А палатку? Ты отсюда. Пошел вон. И ты отсюда. Довольно весело раскидывать их здесь всех при помощи захвата. Так, еще большой. Но он умер. Куда ты полетел? Об землю. Правильно. А ты куда полетел? Блин, блин, не того поймал, не того. Вот так вот. Сколько же их тут мог? Давайте попробуем просто пробежать мимо, а то схватки какие-то не особо экшонные. Так что... Давайте быстренько закончим миссию за Дарт Вейдера и начнем за иного персонажа. Давай булками шевели, булками. Так. Огромный дом какой-то. Оба, а вот он и джедай. Темный лорд! Тебя убить. Джедай. Хоба! Спокойно! В дело вступает моя рука. Иди сюда. Куда ты полетел? Об стену тебя, конечно, как еще? Давайте его попробуем еще, я думал, кинуть. Если... А, он подлатажает наш удар, ну... На тебе. На еще. Играть за Дарт Вейдера, конечно, круто, но он очень, при очень медлительный. И у него нет никаких особых приемов, он не делает сальто, там, как-то особо не размахивает мечом. То есть у него обычный стандартный удар. Так, что-то подлетело и... Нет? Что происходит? А, не попал лошара. Твою мать! Что ты делаешь? Прекрати! Я Дарт Вейдер. Мне абсолютно по барабану нас. Ну давай уже. Хотите самолетики? Оба! Мы даже упали и нас плащом накрыло. Опять. Давайте ударим его мечом. Давай еще ударим его. Ну все же. Так. Отлично, меч он потерял. Что теперь? У, отлично. Нажмем У. Как он его эффектно придушить решил. Опять У. И об стеночку. А, это, конечно. А, он не об одну стену? Ну ладно, бывает. Еще раз. У. Не давай его ударом. Ну конечно. Правильно делаешь. Итак, очередной видеоролик. Смотрим. Where is your master? The dark side has clouded your mind. You killed my master years ago. Then now you will share his fate. Обана.
А вот и пацанчик. Run! Lord Vader. Оба. Дарт Вейдер защитил пацана, чтобы приманить его на темную сторону и сделать своим учеником. You were weak when I found you. Now your hatred has become your strength. Так, и наш парень вырос. At last, the dark side is your ally. Rise, my apprentice. Мой ученик. What is your will, my master? Your training is nearly complete. It is time to face your first true test. Your spies have located a Jedi? Yes, Master Ram Kota. He is attacking a critical Imperial shipyard. Destroy him and bring me his lightsaber. I shall leave at once, Master. The Emperor cannot discover you. Leave no witnesses. Kill everyone aboard, Imperials and Kota's men alike. То есть мы работаем тайно на Дарта Вейдера, никто не должен знать, что у него был ученик. Вернее, есть. Оби-Ван Кеноби. Хоба! А, мастер! Another excellent duel! Proxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. Oh, I'd hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. I'm sorry I failed you again. Well, I'm sure you'll keep trying. Yeah, but do me a favor. Don't ambush me anytime. Оба-на. Вот эта тёлка. Proxy. Yes, why did you whisper? Shh, stop. Ah, yes. Your new pilot has finally arrived, Master. Accessing Imperial records. Captain Juno Eclipse, born on Korolag, where she became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 combat missions, and commanding officer during the bombing of Kalos. Handpicked by Lord Vader to lead his Black Five squadron, but later reassigned to a top secret mission. Is there a psychological profile in there too? Actually, yes. But it's restricted. Oh, Master, I can tell you she's going to be impossible to reprogram. Do you know why you're here? Yes. My orders are clear. I'm to keep your ship running and fly you wherever your missions require. Did Vader tell you that he killed our last pilot? Так, это наш... наш командир, можно сказать, корабля. ...gave Lord Vader good reason to do so. I will not. Well, let's hope so. I'm sick of training new pilots. What have you done to my ship? I've taken the liberty of upgrading the Rogue Shadow sensor array. Now you'll be able to spy on any suspect ships within the entire system. You are one of Vader's spies. You don't need to know anything about my missions except where I'm going. Now I need to jump to Nar Shaddaa. Can you handle that? Of course. Хорошо, Минс. Хо-хо, говорит вообще в целом. Ну? Так, добро пожаловать на борт Хищной Тени. Так, это тренировочное обучение. Так, поднять? Ну, я поднял. Ну, кинуть, ну, туда, например. Стой. Назад, вперед, лево, вправо. Теперь мышкой поводить. Ну, поводил я мышкой, я знаю это. Блять. Минус одна. Ну, бери его. Да чтоб тебя. Давай, накапливайся силой.
Да почему ты вверх-то его кидаешь, идиот? Я тебя заш... Ты задолбал! Так, подожди, мы чуть поднакопим. Да почему вверх, твою ж мать-то? Почему вверх? Ты вообще дурак, что ли? Так. Зажимаем. Поднимаем. Кидаем. Ладно, одну разбили. Причем каким-то странным образом. Да чтоб тебя. Ну бери. Болван! Но. Да гребаное управление! Давайте попробуем по инструкции, как нас учили. Поднять. Да блять! Ну разбей ты эту херову херню. Давай уже, давай. Наконец. Так, поднять и бросить этих грёбаных мудаков. А, опять эту херню их убить нужно, ладно. Есть один. Чуть-чуть не попал. Да ваша мать! Куда ты прыгнул, сволочь? Может, тебя поднять? Нет? Поднакопится? Давай! Нет, его нельзя, нужно вот этой херами убить. Ну ладно. Сейчас напрямую бросим тебя. Обоих. Выход. И обучение закончилось. Понятно. Bronx, give me the target. According to Imperial records, Master Rom Kota was a respected general in the Clone Wars. You're hunting Jedi. I bring Darth Vader's enemies to justice. Now so do you. Master Kota was a military genius, but felt that clone soldiers were unfit for battle. Instead, he relied on his own militia. So there were no clones in his squad when Order 66 was issued? And after Order 66, he vanished. Official Imperial records actually claim he's dead. Why come out of hiding and attack the Empire now? He wants to be found. Then we're walking into a trap. How many pilots have you lost before me? 7. Excellent. Oh, please. For Nar Shaddaa are locked. Prepare for light speed. Lock down the command center and get that hologram projector running. Yes, sir. Tell all squads to fan out and funnel any opposition towards us. Explosive charges on levels 2, 5, and 12, just like we planned. General Kota. On this. I've finally drawn you out of hiding. Lower the containment field on Hangar 12 and tell the men to get into position. Yes, General. Так, итак, тут куча дроидов, и я знаю одну охерительную вещь, которая есть в этой игре.
Нажимаем костюмы, и у нас, по-моему, должны быть... Да, у нас есть некоторые варианты скинов. Это Люк, то есть там Бен, ну, то есть Оби-Ван Кеноби в старости. Нарисованный какой-то хрен. Играл Дуку. Даже можно за этого, за Трипио поиграть. Так, Энакин Скайуокер. Дарт Сион какой-то. Так, рыцарь-джедай Люк Скайуокер. И еще... А, есть вот этот. Дарк Мол. Кто еще есть? Так, ну пока больше никого не открыто. Я думаю, давайте попробуем влиться как бы в историю фильма, нежели в историю игры. И выберем Энакина Скайуокера, как бы, в принципе, уже который стал ситхом. За него как-то будет более приятно играть, чем за этого лысоголового пенька. Так, и вот наш Энакин. Как всегда, хмурный какой-то. А ладно, это не беда. Так, куча дроидов, сколько хер ли нам дроидит. Так, давайте сломаем стену. Не то сломал. О, отлично. Так, есть один, этого мы зарежем. Там есть красная фигня какая-то, думаю, нужно ее взять. Так, бесконечная... Ох, охренительно, бесконечная энергия. Это вообще отлично. Сейчас мы всех здесь раскидаем. Пока она не кончится. Так, ну походу они не дохнут от этого. Придется их добивать при помощи меча. Нашего светового меча. Так, это какой-то непонятный чувак. Чуть я не понял. Об стеночку, конечно, а ты как думал? Так, кто у нас еще живой остался? Так, нифига вас там. В принципе, должен был быть открытым одна из способностей, это электрошоком биться, только почему-то ее здесь нет. Странно. Пошел отсюда. Так, где еще? Ага, полетел отсюда. Ну, этих мы так, как щенков. Ага, силы кончились. Да... На, это... Еще кто-то живой остался. Да вы запарили. Все-таки бессмертные все, что ли? Еще один. Ох, нужно уничтожить 5 кораблей. Ну, я думаю, опять сейчас будет проблемы с киданием какой-нибудь херни. Так что я думаю, я не буду это делать. Куда? Стой! На. Так, еще кто? Стой, 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 я тебя догоню. И тебя догоню. Я вас всех догоню. Так, давайте попробуем поломать стену, может у нас получится. И без боя тут пройти дальше. А, тут нужно всего лишь двинуть. Так, дверь мы открыли. Блин, еще одну. Так, дверь мы открыли. Отлично, идем дальше. И чё? Вы думаете, меня остановит эта дверь? Конечно, нет. К
Ой-ой-ой! Граната! Граната! Об стенку их всех, об стеночку. Так, налево закрыто, направо открыто. В смысле, можно пройти. Ну, давайте прямо. Всех раскидаю. Вы думаете, вас спасут какие-то палки светящиеся? Нет, конечно. Упал. О, эти. Беленькие. О, и убил всех, отлично. Так, мы вышли на большую территорию какую-то. Ой. О, бегут. Бегите. Да ладно, вас что, не зацепило, что ли? Всех порежем, всех. Полетел отсюда. Куда ты? Да и тебя мы зарежем, всех зарежем. Так, идем дальше. Здесь дверь. Ее сломаем. Мы здесь сломаем все, ребят. Все, что ломается, мы сломаем все. А ты у нас вниз. Так, там что-то светится. Надо посмотреть. Ага, способности. Так, я знаю, что здесь нужно нажимать, по-моему, на тап. А, нет, не на тап. Совершение силы. Совершенствование силы. Так, молния. Молния у нас почему-то закрыта. Давайте открыть ее. Нельзя. Ладно, плохо. Это плохо! Это плохо. А, интересно, цвет меча можно поменять? Сейчас поглядим. Нет, все закрыты. Ну ладно. И красный солдат. Так, что-то я не туда пошел, походу. Нужно в лифт, отлично. Всех разбомбим. Блин. Ты меня решил застрелить, что ли? Неудачная идея. Так, еще светящаяся фигня. Давай. Сфера силовых приемов. Отлично. Только, блин, мы опять не там. Или нужно вниз прыгнуть? Да мы вот... Блядь! А, нет. Все норм. Или что? Твою мать! Я не сюда попал. Ладно, бывает. Снова на лифт. Сюда и... Получается налево. Да. Итак, дорогие друзья, я думаю, на этом закончить первую часть прохождения игры Star Wars The Force Unleashed.
Проходить я обязательно буду, потому что в нее я поиграть хотел довольно-таки давно, и тут предоставилась такая возможность. В общем, с вами был Дарвин. Всем пока-пока.